Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Уральский циклон постепенно растягивается и смещается вдоль фронтальной системы на восток, по центральным районам Западной Сибири. А на юге жаркая погода сохраняется. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 5 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 2,7, при грозе порывы до 10-15 метров в секунду. В темное время суток ожидается плюс 16-18 градусов, днем синоптики прогнозируют плюс 26-28. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!